Рабочим в Химках вернули деньги. Около 60 сотрудникам крупной сети магазинов задержали зарплату в новогодние праздники. Они вышли на забастовку. В ситуации разобралась администрация городского округа Химки. Сегодня представители компании дали комментарии по поводу ситуации. Сложилась не очень приятная ситуация с техническим персоналом нашей компании. В новогодние праздники произошел небольшой технический сбой в программном обеспечении у нас в офисе. И мы не смогли до конца отследить людей, которые получили зарплату и кто не получил. После праздника в кратчайшие сроки эта ситуация была урегулирована, все выплаты были произведены, все люди, кто недополучил или у кого-то были какие-то проблемы с выплатами, все выплаты свои получили. Мы понимаем, что эти все вопросы отслеживаются и ситуация находится на контроле администрации города Химки и лично главы администрации. Вот, поэтому никаких допущений подобных ситуаций мы себе не позволим больше. Сейчас сотрудники предприятия также сообщили, конфликт исчерпан. Заплатили уже этот день. У нас все нормально.